Подмосковными полицейскими задержаны подозреваемые в серии краж из частных домов на сумму свыше 1 000 000 рублей. Установлено, что злоумышленники отжимали пластиковые окна и незаконно проникали в домовладение, откуда похищали ювелирные украшения, денежные средства и другие личные вещи граждан. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в совершении противоправных действий. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. В ходе проведения обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, строительные инструменты, ювелирные изделия, балаклаву, а также иные ранее похищенные вещи. Оперативниками установлена причастность задержанных к совершению двух краж на территории города Видное и городского округа Красногорск. Общая сумма ущерба составила более 1 000 000 рублей.